Всем-всем доброго утра, ребятушки. У меня в холодильнике, как говорили раньше, мышь повесилась. Нашла одно яйцо. Не, правда, есть немножко сыра с маслом. Уже бутербродик, да? Но я хочу себе яйца. Я вчера, оказывается, съела 3 яйца последних, и одно у меня осталось. Я всегда оставляю одно, чтобы, типа, может, тесто буду делать. Ну, так, знаете, привычка уже. Вот, сейчас я его пожарю с томатиками, с помидорчиками, с лучком себе на завтрак. Время 9:30. У меня уже вот по привычке хочу кушать. Я вчера поздно легла спать, так что спала до 9. И червяк мой проснулся. Хочу кушать. У меня сегодня много дел. И дачи, и по магазинам надо. Да и продуктов купить, в конце концов. Что я буду кушать одна, пока мои в отпуске загорают. Вот. Так что готовлю себе завтрак. Да, ребят, хоть я и люблю жидкие яйца, но в связи с летом лучше их пережаривать. Потому что лето, потому что всякие бактерии могут быть. Ну, вообще на свежесть яиц я проверяю в воде. Если яйца потонули, значит свежие. Если на середине, всплыли на середину воды в емкости, значит средней свежести. Ну, а если наверху плавают, ни в коем случае их не употребляйте. Это уже пропащие яйца. Ну, по крайней мере, нас так учили, я не знаю, правда это или нет, способ правильный, неправильный, подскажите мне в комментариях. Итак, ребята, вот мой завтрак. Моя, так сказать, шашука яичная, помидорная, луковая, бутерброд с маслом, с сыром. И сегодня захотела просто чаек с молоком, черный чай с молоком. Кстати, клеенка у меня не новая. Это я взяла большую клеенку, которую я стелю на большой стол. Но она тоже уже старенькая, но пока я положила сюда, потому что та меня клеенка раздражает. Итак, всем доброго утра, приятного аппетита и всем вкусных завтраков. Товарищи, я вас обманула. Вот что я нашла в морозилке. Оказывается, у меня есть свиные ножки. Сегодня я их отварю, запеку. Вот, я не знаю, насколько мне, ну, на 2 дня точно хватит этой вкусняшки. Но это такая вкусняшка, я могу и за один присест 3 ножки съесть. Еще, кстати, у меня в холодильнике есть 2 окорочка. Тоже неплохо, но это не отменяет поход в магазин, так как нужно базу продуктов купить, как яйца, масло у меня закончилось. Да у меня все закончилось, проще говоря, давно не ходила за продуктами. Сегодня, ребята, жаркий день, 25 градусов, солнце, смотрю, ветер такой нормальный. Сейчас 2 часа поедем на дачу, надо там почти посмотреть, что там творится, ягоду собрать. Вот, насчет салона красоты, я с ними не договорилась, так как это какой-то был мандеж-балдеж или что, девочки написали, требуются модели, видно, что они, у них нет еще салона, оказывается, они, наверное, скорее всего, хотя там была комната как под салон, ну, может быть, на дому, но
Когда я спросила, что, где вы находитесь, как вам попасть, они мне там написывали что-то, я так и не поняла, что они на мои вопросы отвечали. Потом я смотрю, они написали город, где они находятся. Ну, это явно, если вы на сайте города находитесь, ну, явно вы там находитесь. Ну, короче, какие-то несерьезные девчонки, или, может быть, им... Они только учатся колорированию, да. И я хотела, как подопытный кролик, к ним попасть. Вот, ну как, довериться им, свои волосы. Так по, ну, мне так не очень понравилось их колорирование, но я думаю, что она бы по моему усмотрению подобрала бы цвет. Ну, если она учится, она должна как-то учитывать же клиента, так сказать, пожелания. Но не знаю, девчонки то ли разыгрывают, каких они ищут модели туда для колорирования. Как раз мой волос такой, знаете, готов ко всяческим изменениям, потому что в основном там они друг другу делают. Девчонки, естественно, с шикарными шевелюрами. Может быть, они, ну, если вы учитесь, я думаю, что вам подойдет на первое время любая шевелюра. И, конечно, бы я там оплатила, но не такую стоимость, как на настоящих салонах. Ну, короче, не знаю, я не договорилась, я не поняла вообще этого юмора, зачем они приглашали в Инстаграме, что им нужны модели. Ну, тогда бы описали, какие им нужны модели. Потому что, знаете, с длинными волосами мало кто доверит, ну, как бы с хорошими такими, тем более молодые девчонки. А мы уже, знаете, нам все равно, делайте, что хотите, как бы, знаете. Мы уже, знаете, ко всему привыкшие, так что... Ну, кроме того, кроме, конечно, на лысо я не подстригусь. Не знаю. А может быть и подстриглась, а есть же парики. Фиг его знает. Короче, вот такая моя история. Сейчас я еще напишу в директ им, потому что, может быть, они не хотят просто в комментариях отвечать. Ну, я вас вопросы в комментариях под этим постом, где они модели этих зазывают, что им нужны модели. Сейчас напишу директ, какие условия, зачем, ну, каких вы моделей хотите. Я, ну, я не против поучаствовать, может, какая-то плата. Напишу все равно им директ, может быть, они почитают и что-нибудь мне конкретно уже ответят. Фух. Вы знаете, я что-то уже устала. Сейчас пойду замерить сахар. Пойду мерить сахар. Так, и вот, ребята, удручающий результат 8,6. Когда вчера я днем мерила в обед, 5,8 был, это влияние фруктов. Я ела черешню и сливы. Фруктоза, ребята, она еще страшнее глюкозы. Так что мне фрукты нельзя, представляете? Я себя почувствовала очень плохо. Вот меня в жар кидает, в сон клонит, слабость. Хотя выспалась, да? Вот мне надо активничать сейчас, а я не могу. Мне клонит. Сейчас буду пить лекарства. Ну, это вообще, даже вот прием был у меня вечером на ночь. Утром я не стала мерить на голодный желудок. Вот это час, через час после еды. Но так не должно быть. Это много. 8,6. Представляете, когда высаживали помидоры, один у меня сломался. Но я его взяла, воткнула в эту банку и просто воду налила. Смотрите. Та-да-та-дан. Помидоры живучие. Смотрите, такой зелененький тут сверху. Ну, поеду на дачу высажу. Чего, пропадать ему, что ли? Пусть растет. Поболеет, конечно, сейчас. Блин, еще сегодня жара. Ну, не такая, конечно, жара, не 40 градусов. Но даем ему шанс. Как говорила одна моя знакомая, кто хочет жить, зацепится за землю. Вот так вот. Приехали с сыном на дачку нашу. Я пирожок съела. Забыла пообедать. Пришлось пирожок взять с картошкой. Один съела. Он, кстати, вкусный. Вот вся моя диета. Ой, сколько у нас крапивы хорошие. На зеленое удобрение. Все, открываем. Открываем, открываем. Ой,
Что-то мне... Ну что, видно, что дождь хороший был. Даже еще не высохли лужицы. Ой, ковыль. Что там у нас с ягодами? Кустяшки, ягоды вижу. Есть. Так. Сейчас пойду проверю. Это самое первое. Пойду проверю, взошла ли свекла. Так. Ой, уже дверь открыл. Ой. Здравствуйте. Так. Пирожок сюда. Бумагу туалетную взяла. Водичку сейчас попью. Что, переодеваться будешь? Нет. Нет? Сейчас пойду посмотрю свеклу. Ребят, я в шоке. Бутончик, представляете? Бедняжечка моя, сейчас я тебя полью. А на этой розочке пока ничего не видать. Ну, вообще она мне напоминает шиповник, девчонки. Ну, что-то мне огурцы не нравятся. Не знаю. Или как. Вон там что-то. Что там такое? О, редиска взошла. Редиска взошла. Ой, как от клубники пахнет. Ребят. Так, что у меня там? Свекла. Свекла взошла. Ну, что она так быстро выросла? Сейчас пойдем посмотрим. Ребят, вот иду, и земля сырая, прям проваливаюсь. Ну, полоть дофигище. Так, я сегодня хочу подкормить огурцы молочком, дрожжами, йодом, короче. Капусточка. Ой, баклажанчики чуть поднялись. Ну, ё-моё. Не знаю, когда мы их собирать будем, все по осени. Так, перец скоро зацветет, уже цветет. Это горький перец. Да, горький перец цветет. Так, брокколики стоит. Ну, вот такой огородик у меня. Томатики, конечно, только-только зазеленели, только-только поднялись. Ну, ничего, думаю, все нормально будет. Все нормально. Приветики! Ты с утра? Нет, на 10. На 10? Что, земля нормальная еще, да, пропитанная? Да я огурцы полила с ней. А, ну я тоже сегодня полью. Два огурца что-то спортилось. Да? Ну я тогда 5 или 7 кустов вывела. Таньки почти все. Да ты что? Так, вот это салат у меня. Разросся здесь, смотрите, место нашел хорошее. Йоу-йоу-йоу, ребята, тут у меня вообще прелесть, прелесть. Это тыква, как я помню, а это патиссончики, маленькие, мелкие патиссончики будут. А там у меня этот фасолька, которая вот у забора, видите, которая, как она, зеленая фасоль, вот, которую продают замороженную. Не знаю, что получится. Короче, все зелено, все буйствует, но мало пока что цветет. Кстати, кабачки цветут? Нет, сейчас посмотрим. Так, вот цветут кабачки. О, везде цветут, везде у корней. Ну тут всегда лес у меня. Смородинка красная. Это цветы, повырвать их бы. Морковка. Ой, что пойти пасти картошку посмотреть. Горох цветет, стоит по пояс. А вот уже эти, как их называют, лопаточки. А вон одна даже полная уже горох. Петрушка тоже надо прополоть. А картошка уже цветет, что ли? Отец же говорил, вот это ягоды вкусные. Ну, смотрите. Смотрите, как вы полосками, да, посадили. Что-то редкое. Тут вообще кустики маленькие, когда зацветет. Да, короче, лето длинное. Наверное, все в конце сентября будем собирать. Не в августе. Так, подсолнышки мои.
Ой, вот тут вот надо. Офигеть. Надо полоть. Нету, да? У нее? А, да. Так, а уже копать надо? В середине июля. Уже готовы он у нее. У нас вон тоже стрелки. Как определяют стрелки? Напрывать надо, чтобы головка больше была. Ага. А кто как пишет? Вот стрелки чесночные. Короче, самое заросшее это у нас чеснок. Вот эта розочка со светофора. Правда, там не знаю, что было заявлено, какой цветок, но вот такой вот, она как-то бледно-розовая, да? Ну, такая телесная какая-то такая. Я тебе сейчас покажу картинку. Какая-то. Вот еще красота какая. Вот у меня тоже такой цвет должен быть. Это типа фуксия цвет. Это я у заловки. На дачу тут несколько лилий. А я что-то на свои лилии не обратила внимания. Фасоль цветет, буйствует. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no, no secrets. Ой, ну все, видите, какая я красная. Подкормила, огурцы опять выкинула, штуки три. Короче, все прополола, подкормила, пролила кустики. Загорела, видите? Как поросенок розовый. Собрала ягоду. Сейчас буду со сметанкой кушать. Все, сынуля меня домой сейчас повезет. Ребят, занялась приготовить ужин себе. Короче, что я сделала? Крутится у меня это, крутится, вертится, шар голубой. Короче, ребят, не знаю, что выкопала. Мне кажется, это репа. Сначала я думала, это и дайкон, который длинненький. Она очень сочная и сладкая. Но тут я смотрю, она круглая как будто. Не знаю, садила со светофора пачка, там и репа, и редис, и дайкон. Дайкон у меня пошла вся в стрелу, цветет. Вот, а мне кажется, это репа. Ну, не знаю. Кто знает, кто определить. Ну, похоже, как надо. Ну, сладкая очень. Я имею в виду, как сладкая. Сочная, не этот, не острая. Так, это я уже себе десерт готовила, намыла ягоды. Видите, у нас разные есть и мелкие, и крупные. Вот, там еще литр. Ну, наверное, сколько мы собрали. Так, салат делаю. Так, хочу соевый соус сюда положить, налить. Но в соевом соусе есть сахар. Так что соль, перец. Сейчас, наверное, оливковое масло у меня осталось. Заправлю. Так, а тут просто отвариваю курочку. Ой, сейчас надо пенку снять. Подождите. А здесь поставила эти ножки варить на завтра. Да, пусть сварятся. Окорочка прям замороженные сюда кинула. Сварю, будет курочка у меня с салатиком. Я очень устала с дачи. Не пошла я за продуктами. Вот пока сварю, что есть. Завтра уже пойду, наверное, за продуктами. Вот. Стирка у меня еще там, наверное, слышно. Тоже надо вещи еще перестирать, которые в отпуск мне взять.
Еще вещи перестирать. Так, пока поставлю все в холодильник. У нас такой закат уже, вечер. Пусть холодненькое будет. На улице жарко. Ребята, вы не представляете, как это вкусно. Как это вкусно, клубника со сметанкой. Она взорвалась во рту. Ребята, она хоть не такая крупная, но очень сладкая клубника. Вот, клубнику вроде можно. Да, я замеряла после черешни, клубники. У меня не повышается сахар. А вот после сливы повысился. Всем приветики. Сегодня 3 июля. Жарень такая. Это школа. Старинная. Одна из первых школ нашего города. Вот. Пропустила 2 автобуса. На одном маршруте. У меня 2 маршрута, которые едут в офис. Я сейчас в офис еду своего предприятия. Вот. И надо пройтись пешком, и другая ветка идет. И тоже пропустил автобус. Уехали автобусы без меня. Вот. Жарень такая. Наверное, долго буду стоять. Ладно, в тенечке стану на остановке. Ребят, сегодня у нас среда, по-моему. А, нет, вторник. Вот, я еще одну профессию приобрела. Работаю на 3-й работе, прачка называюсь. Ну, не знаю, понравится мне, не понравится. Ребят, короче, отпросились у своих шефов дачу поливать. Сегодня поливное дело. И это приехали, а заловка уже нам помогла. Все почти полила. Вот только виноград залили, там кое-какие цветочки. Хочу показать вам розочку. Не могу к ней добраться. Сейчас. Тут все сыро, я не переодевалась. Вот, ребят, смотрите, какого цвета она у меня будет. Алая, по-моему, такая. Розово-алая. Вот. Мой-то в отпуске. Вот сынуля меня привез. Все полили. Вон лужи, все залили. Ты прям с корнем вырывай. Дима, я провалилась в грязь. Ё-моё. Тут если наступишь, то провалишься. Ну вот такое у меня пока все хозяйство. Сегодня еще ветер такой. Огурчики цветут уже, некоторые кусточки, там огурчики маленькие, наклюнулись. Вон с края здоровый букет. Ой, продираемся через дербри, или как там? Вот тоже полила сейчас я. Вот тоже завязи уже цветут. Вот и фасолька. Это брошенка. Так, мы тут шли разве? Я уже не помню, где мы шли. Короче, в грязь наступила. Где-то тут ящерицы, да? Бегают. Сейчас тропинку найдем. Тропку. Соседи говорят, мы уже полили, а вы что спите? Время 2 часа дня. Я говорю, а мы отпросились с обеда. Вот домик хороший, кстати. Тут такой погреб классный. Вот. Вот трубка. Вот трубка. Вот буржуин. Смеемся. Загородили, чтоб не видно было. А, у нас заходи. Не стали дверь открывать, замок.
Вот эти вот бачки не вывозят мусора, годами стоят. Годами. За что платим? Вот, ребят, что за дерево? Кто знает? Мне кажется, это ольха. Ой, как вкусно пахнет. Похоже... Нет, это не липа. Липа я знаю, это ольха. Слушайте, а цветет как липа пахнет. Может, это липа? Отгадайте загадку. Что это за дерево? Жду дежурку. Девчата расходятся напротив предприятия какое-то. Даже не знаю, что за предприятие. Частное какое-то. Ветер у нас сильный, как видите, по деревьям. Но плюс 34. Стою, как будто в сауне. Жду дежурку. Не знаю, надо что-то сегодня купить, покушать. Хотя, что у меня там осталось? Так, щи я съела. У меня там осталась ножка свиная. Но мне кажется, она такая жирная. Копытце вот это я шварила. Я так и не запекала, вареную съела. Лень мне было запекать в духовке. Нарезала она была, как этот. Что-то мне щекочет. Что там? А, вот что мне пятки щекочет. Вот такое солнышко. Ну, облачно. Супруг выслал видео, как они там в Оби купаются. Вчера в бане были или позавчера уже. Вот. С ним мы не перезваниваемся. Фекалка поехала. С ним мы не перезваниваемся. Отдыхаем полностью друг от друга. Даже не переговариваемся. Внук позвонил вчера, вот видео скинул. С внуком разговариваю только. А он не хочет. Ну и я тоже пока не хочу. Ну, скучновато, конечно, одной дома. Хотя, плюс расслабляюсь. Пожарка мчится. Да, где-то пожар. Сейчас возгорается от любого. Все, сухота такая стоит. Ладно. Сейчас зайду в магазин, что-нибудь придумаю. Да мне еще бюджет ограниченный. Я вообще сейчас занимаюсь стиркой дома, перестирываю все перед отпуском тоже. Буду же уезжать. Вот, девочки, мальчики. Такие новости пока. А, ребят, пришла домой, приготовила себе ужин. Короче, у меня такой омлет сегодня. И салатик редиска, морковка. Не редиска, а редька, наверное. Да, белая редька. И салатик, и... не подсолнечное, оливковое масло, перец, соль. Короче, ребята, я вчера после 6 не ужинала. Сегодня встала в 4 часа. Жрать хотела, не могла. Съела бутерброд с сыром. Уснула, и сегодня я проспала. Хорошо, сынуля подвез утром. Я проспала будильник на целых, сейчас вам скажу, 45 минут. Представляете? Вот так вот. Ребят, это на завтра себе напекла кабачочков с майонезом, с сыром, да, запекла. Баклажаны купила, и все, никак не могу их тоже запечь. Ну, ладно. У нас завтра рабочий день, у меня последний перед отпуском, перед праздниками. Мы потом идем на 4 дня праздники. Кстати, завтра вам будут давать премии. Вот, я не знаю, мы, наверное, с девчонками пойдем в кафе. Да, сходим, отметим. Мы относимся к празднику, вернее, праздник, или как сказать правильно. Короче, праздник, день водного хозяйства, и мы к нему относимся. В общем, это наш профессиональный праздник. Вот.
Так, я работаю там в структурах, которые подают воду. Но я как в транспорте работаю. Не этими разными там. Ну, короче, вы поняли. Мы даем транспорт на аварийные работы. Ой, надо эту стекляшку отмывать. Я ее так не люблю отмывать. Она так плохо отмывается. Надо такие эти средства, прям, знаете, химию, чтобы вот это все запеченное отмыть. Вот. Так что наложила что-то это много на завтра. Я не съем. Вообще на два раза пойдет. И яйца себе отварю. Ну, пожалуй, все на завтра, что я возьму. А вечером, не знаю, пойдем, наверное, шашлыки кушать. И вот купить. Акция «Купи 5 шашлыков и в подарок 4 пива 0,5». С девчонками мы в кафе не пошли, хотя сегодня наш праздник. Ой, ну, во-первых, я сильно устала. Девчонок тоже начало месяца. Вернее, был конец месяца. Отчеты. Надо все сдавать, потому что 4 дня праздника. Вот, все торопятся сдать сегодня. Потому что до 10 надо сдать. А 10 понедельник, 4 дня праздника. Что там делают? Что-то делают, а что не пойму. Что-то дымится КамАЗ, разгружают, что ли. Вот. Да и, честно говоря, не с кем было идти. Все такие замученные. Я даже предлагать не стала. Потому что сама все равно не употребляю из-за лекарств. Я вот не знаю, как еще в отпуске мне хотя бы фруктики поесть, которые я хочу. Сегодня после еды поела фрукт. Яблочко и нектарин. Сейчас вот приду, замерю. Сахар свой. Ой, короче, с этим сахаром одни неудобства и проблемы. Жить он, конечно, мешает. Наслаждаться жизнью. Так, сейчас перед дорогу перейду. Домой иду. Всем привет! Сегодня у меня 6:04 в 5 вечера. Ну, сегодня я грешила пирожком. Пол пирожка съела с картошкой. И немножко поела нектарина. Один нектарин съела и 1/4 яблочко. Не знаю. Вот 6:04 показывает. Ела я 2 часа назад. За эти 3 дня кучу белья перестирала. И надо вот сейчас составлять в луки. Луки. Луки в луки. Которые я буду брать. Вот. Шорты всякие, блузки. Не знаю. Все надо такое сделать, чтобы все было классно. Платьишко, что-то мне кажется, оно посветлело, или такое оно у меня было светло-голубое. Короче, что с собой буду брать? В отпуск надо составлять, чтобы минимум положить и чтобы неделю ходить в разном. Ну, ребят, я тут себе такую вкуснятину на ужин приготовила. Здесь, короче, такая типа котлетки, такая фрикаделька. Вот, кабачок, помидор, вкуснятина, короче, это все потушила. Вот смотрите, вот в этой кастрюлечке. С приправами, вкуснятина. Сейчас буду кушать. Няма-няма. Обалденно вкусно.
Ребят, я уже пришла домой, купила продуктики себе. Ну, на обжорке я сделала ролик. Ну, вам так покажу тоже на этом канале. Купила томаты, огурцы, фаршу говяжьего, сыр сметанковый, настоящее кулундинское масло сливочное, вкусное, творог 9%. Это твердые сорта. Мне, кстати, посоветовали в комментариях вместо хлеба вот это использовать. Ну, 50 грамм в день там можно, наверное. Вот. И авокадо себе взяла. И не могла черешню. Завтра на дачу поеду, себе Виктории наберу. Ну, в смысле, клубники наберу. Вот, тоже. Ягоды хочу, не могу. Еще хочу купить кислые ягоды. Ну, потом схожу. Я сегодня с работы. И знаете, вот что смогла утащить, то и притащила. Очень уставшая. Наверное, буду заканчивать влог. И потом 4 дня выходных отдельно сниму, чем я занималась для вас. А уже в отпуске. Это будет следующая неделя. Тут будет уже влог отпускной. Влог в отпуске. Все, оставайтесь со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Мне очень приятно с вами общаться. И в комментариях, и вообще, народ, давайте поактивнее. Чтобы у меня был стимул вам снимать, снимать и снимать. Все, пока-пока. До встречи в следующем влоге.